Приветствую, друзья, с вами Денис Пахомов, и продолжая тему гирь, хочу поделиться с вами очень интересным комплексом, который я придумал, выполнил сегодня и который меня просто-напросто уничтожил. Все упражнения в этом комплексе достаточно известные, но в совокупности дают достаточно такой серьезный эффект, и ну, я прям подушатался, если честно говоря. Итак, что вам понадобится? Вам понадобится всего лишь одна гиря. По весу уже подбирайте либо по своим возможностям, либо по наличию гири. Работаем по схеме стандартной лесенки по убыванию от 10 к 1. Если сильно тяжело, делаем через 2. 10, 8, 6, 4, 2. Если вы чувствуете в себе силы супергеройские, можете поработать на возрастание. То есть от 1 к 10, либо от 2 к 10. Как, в общем, все на вашу фантазию. Я делал уже на убывание от 10 к 1, несмотря на то, что я делал достаточно размеренно, это меня не спасло, и я прям задыхался, закислялся, умирал, болевал. В общем, испытывал все прелести, которые зачастую испытывают атлеты кроссфита, выполняя комплекс. Итак, в комплексе всего 4 упражнения. Упражнение первое. Подъем на бицепс из положения сидя. То есть опускаемся, скажем так, в стульчик. Упираем локти в бедра и делаем сгибание, подъем на бицепс. После этого берем гирю задушку и делаем стандартную тягу к подбородку. Задача тянуть локти. Помните, что ваша задача поднять не гирю выше всего, а задача поднять именно локоть вверх. Следующее упражнение — это гоблет приседания или же приседание с гирей на груди. Здесь все достаточно просто. Берем гирю перед собой и приседаем. И четвертое упражнение — это жим гири с груди вверх. Так же, как мы приседали с ней, гоблет, также продолжаем ее сжать над собой. Здесь потребуется некая мобильность в плечевом суставе, если у вас ее нет. Ну, постарайтесь хотя бы не уронить гирю, потому что, скорее всего, вы будете ее сжать немного вперед от себя, а не четко над головой. Прелесть всего комплекса в том, что он задействует абсолютно все тело. Начиная с плечевого пояса, да, где мы делаем сгибание на бицепс, целевая группа мышц. Плюс в этот момент у нас работает очень хорошо поясница, у нас работают ноги, потому что мы удерживаем положение сидя. Вторым упражнением у нас идет тяга к подбородку, опять же плечевой пояс, бицепс, передняя дельта, трапеция, верх спины, в общем, все как мы любим. Третьим упражнением приседание, все то же самое. Целевая группа — это ноги, ну и соответственно поясница, кор, в общем, все, что как обычно у нас работает в приседаниях. И четвертое, это же жим, опять удар по плечевому поясу, но здесь, конечно же, целевая группа — это плечи и трицепс. Я не скажу, что у меня прям забилось что-то одно, где-то было сложнее, где-то было легче, нет, на самом деле приседания выбивали очень жестко дыхалку, все остальное жестко нагружало мышцы, ноги не закислялись, плечи вот подзакислялись, но дыхалка всегда была на пределе. В общем, я кайфанул. Я не думал, что будет так сложно, но получилось, как получилось. Поэтому пробуйте, пишите в комментариях, за сколько времени у вас получилось закрыть и в каком масштабе вы все это выполняли и с каким весом. А у меня на сегодня все. До новых встреч!